Надо сниматься, Виолетта. Капризные звезды. А признанные звезды не нужны интернету. Давай-ка быстро мейкап и вперед. Да-да, Виолетта, пора снимать видео для Ютуба. Иди сюда давай. Все, тогда папа сейчас один идет. Короткое видео, как дешево попить кофе в нашей деревне. Будет называться одно из главных видео серии «Сколько стоит жить на Бали». О, хорошо тут, но Малайзия, конечно, выбила нас. Малайзия выбила нас, мягко сказать, выбила. Это страна торговых центров. Видео про Куала-Лумпур я еще, когда отойдет чуть-чуть весь этот негатив, который мы там схватили, мегаполитический, сниму видос. Ну, то есть там материал есть отснятый, чуть-чуть его надо смонтировать, да вам показать. В общем, ужас после нашей деревни, конечно, шок. Собачки тут у нас вот такие вот беременные. Вот эта пятнистая красотка, там, ну, я, честно сказать, не знаю, откуда собаки берут там всякие белки, жирки и углеводы, потому что это наихудейшая вообще собака, самка на районе, и у нее огромное пузо, и она еще вот буквально через какое-то время родит счастливеньких щеняток и будет еще их выкармливать. Как они это делают, я не понимаю. Да. Ну, идем дальше. Дружок тут уже наш успел отхватить, походу. Отличная погода. Вот пару дней все-таки было пасмурно. Мы поэтому продолжили болеть. Виолетта до сих пор вот еще только в себя приходит. Ужас, ребята. Едете в Малайзию, одевайтесь нахрен как зимой. Вот. Прям реально у вас должна быть шапочка. У вас должна быть шапочка, у вас должен быть шарф. Теплая это какая-то кофта, желательно с капюшоном. Вот, белье с начесом. Штаны даже, я бы не знаю, я бы даже, может быть, даже, ну не штаны, но гетры у вас должны быть длинные обязательно. Так, вот кофе местное. Виолет. На, Виолет орешки у нас любит. Ой, невозможно как. Все, кофе, водичка из стена. Немножко, ну просто побольше кладут. Молотое, хорошее кофе. Очень хорошее кофе, удивительно даже. А с кофеварки прям в это, прям можно, если глаза закрыть, то в Италию переместиться. Ну вот, довольная Виолетта. Орешки ей 1000 рупий. Папе чипсики я люблю из батата. Дружку какие-то, то ли это сушеные рыбки, то ли это какая-то кожа этих местных курочек. Дружок, сидеть. Вот так, молодец, на. Дружок, лежать. Вот так, молодец, на. А, ну и, собственно, чашечка кофе. Все это 5000 местных денег. За доллар дают 13000. Вот такое вот небольшое утреннее
развлекушка для бюджетного проживания на Бали с ребенком. Все, Пиолет, давай, бабай говори. Бабай. Молодец. Nice.